Международный аэропорт Уральска не закроется на зиму. Напомню, на днях городские власти заявили, что после первого этапа реконструкции взлетно-посадочной полосы рейсы принимать не будут, так как на новом цементно-бетонном покрытии в течение 2 лет нельзя применять противообледенительные реагенты. Но вот в Комитете гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию отметили, что есть другие химикаты и технологии, рассчитанные для свежего бетона. Сейчас в неделю из уральского аэропорта совершаются до 20 вылетов в направлении Астаны, Алматы, Актау и Атырау. Самолеты будут летать до апреля, пока не начнется второй этап реконструкции взлетно-посадочной полосы. Удобнее с Уральска, конечно. До Атырау добираться надо. Время ждать, заранее ехать, перебирать. Дороги, тем более, сейчас сами знаете, какие. Сейчас удобнее по-любому с родного города улетать. Реагенты типа Нордвей на основе ацетатной основы калия. Это на основе уксусной кислоты разрешили применять реагенты эти. Поэтому проблем нет, будем летать, все обрабатывать. Вот сегодня снег пошел, мы чистим. Но если погода покажет, температура отрицательная, если положительная будет, то если мокрый снег, то он прилипает к полосе, то мы будем обрабатывать реагентами. То есть никаких проблем нет.